Вы привыкли выбирать для себя все самое лучшее, обращаете внимание на детали, дизайн и материал, тогда постельное белье «Хозяин тайги» – ваш правильный выбор. Если вы коллекционируете эксклюзивные комплекты постельного белья, запишите, пожалуйста, тогда это название «Хозяин тайги» по цене со скидкой, которую вы видите на своих экранах. Юлечка, это же мишки. Ты знаешь, вот всегда мечтала их потрогать, но, естественно, мое желание неосуществимо. Ну, хоть так попробую. Почему неосуществимо? Ты можешь потрогать их на постельном белье «Хозяин тайги». Обратите внимание на этот роскошный природный принт. Вы можете прикоснуться к настоящему медведю, прикоснуться к качеству и к волшебству дизайнерской мысли. С таким постельным бельем «Хозяин тайги» ваша спальня всегда будет эксклюзивной. Это наше замечательное предложение от нашего лучшего российского поставщика. У нас есть три размера на выбор: полутораспальный, двуспальный и евро. Но я всего пять размеров на выбор. Еще есть евро плюс. Кстати, что это за размер? Это размер с увеличенным размером простыни. То есть, если у вас нестандартный матрас, евро плюс размер как раз ваш. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот тогда семейный набор что в себя включает? А семейный комплект, Олечка, вообще считается одним из самых редких. Очень здорово, что на нашем телеканале мы его предлагаем. В семейный комплект входит два пододеяльника, каждый полутораспального размера. И каждый со своим индивидуальным рисунком. Слушай, ну такое просто не бывало никогда. Пять размеров на выбор и постельное белье эксклюзивной расцветкой. Давайте посмотрим повнимательнее на наших мишек. Юль, я вот всегда задумывалась, вот как такие шедевры рождаются на постельном белье. Кто их придумывает? Причем изначально? В постельном белье из хлопка. Раньше невозможно было такое однотонное белье, либо мелкие цветочки. Сегодня мы видим поистине произведение искусства, воплощенное на натуральном хлопке. Картину видим перед собой, множество полутонов. Все как есть в настоящей природе. А такая природная тематика, доказана психологами, действует успокаивающе. Расслабляйтесь и успокаивайтесь. Отдыхайте по-настоящему в своей спальне с постельным бельем «Хозяин тайги». Уникальная 3D-технология окунает нас в реальность. Подарите себе кусочек природы с постельным бельем «Хозяин тайги». Подарите себе настоящую художественную картину. Дорогие телезрители, внимание! Если вы никогда не делали покупок с телеканалом Shop & Show, давайте знакомиться с этим постельным бельем. Сделайте свою первую покупку на телеканале Shop & Show и прочувствуйте весь эффект эксклюзива. Постельное белье «Хозяин тайги». Юлечка, скажи, пожалуйста, а вот хлопок разный бывает, и бывает. Иногда вот приобретаешь хлопок, знаешь, вот, а он очень грубый. Это говорит о том, что это бязь. Я знаю, знакома с бязью, она грубоватая, ее нужно несколько раз постирать, чтобы она помягчала. А тут я прикасаюсь и понимаю, что здесь вот очень мягкое качество. Лечка, изначально. Ты права, действительно, все привыкли, что бязь немножко грубовата. Но я вас спешу обрадовать, если сейчас около экранов поклонницы бязи, для вас потрясающая новость. Бязь стала мягкой при этом, сохранила свою долговечность, прочность и износостойкость. Я как эксперт очень ценю, что мы работаем с поставщиком, который работает со средней плотностью бязи, которая при своей прочности стала мягкой. Это не та бязь рыхлая, к которой мы привыкли, и грубоватая, и не ту, которую стелят грубую в спецучреждениях. Это самая лучшая для домашнего постельного белья плотность бязи. Слушай, ну это значит, что приобретая комплект постельного белья, нам не нужно несколько раз его простировать, выстирывать, чтобы он помягчал, стал помягче. Изначально комплект постельного белья «Хозяин тайги» уже мягкий, уже готов подарить вам куча положительных эмоций и мягкость, и, конечно, дыхание, ведь это 100% хлопок. И минимальная цена, которую вы видите на своих экранах, лучшая цена в ваших магазинах, гораздо дороже. Юль, еще такой вопрос. Ты знаешь, вот когда приобретаешь постельное белье из хлопка, чаще всего после стирок вот такие накатыши образовываются, это очень неприятно. Да, ты знаешь, такое случается иногда с хлопковыми изделиями, но только не с бязью класса комфорт. Вот она как раз отличается своей идеальной фактурой. Она не накатывается после большого количества стирок. Всегда остается как новое, будто вы приобрели постельное белье «Хозяин тайги», ну, буквально только вчера. Итак, давайте еще раз вот рассмотрим этот рисунок.
русский, русская природа, которая так близка каждому из нас. Медведи, хозяин тайги, именно так называется комплект постельного белья. Запишите номер лота, ведь забудете же. 300-800. Все легко и просто. И звоните по телефону, который вы видите на своих экранах. Звонки бесплатные. И с мобильных телефонов тоже бесплатные. Еще знаешь такой вопрос? Замучаю тебя сегодня практичными вопросами. Вот скажи, пожалуйста, я к моей маме, когда приезжаю, она мне все время говорит одно и то же. Оль, я вообще не понимаю, как ты спишь? Вот как ты приезжаешь, мне все время приходится наволочку свою прошивать. Вот здесь, вот здесь, на стыках, посмотри. Обычно образуются дырочки после моего пребывания у мамы с ночевкой. Так, давай посмотрим наше качество, наше постельное белье. Нам не стыдно вывернуть наизнанку. Мы посмотрим качество швов, потому что как раз именно оно отличает долговечность постельного белья. Смотрите, я вывернула наизнанку и показываю вам сейчас боковой шов. Посмотрите, здесь прошла машина пятинитка. Это фактически тесемная обработка. Качественные швы – это долговечность и износостойкость белья. Постельное белье «Хозяин тайги» станет вашим любимым и прослужит вам долгие годы без потери качества. Создайте свою собственную эксклюзивную коллекцию с потрясающим качеством. Вы и сами все видите на телеканале «Shop & Show». Не стыдно все вывернуть наизнанку, все вам показать, доказать. В магазинах, позвольте заметить, такого вам точно не предложат. Но когда-нибудь вы видели, чтобы продавец вас встречал вот сразу вот с наизнанку, выворачивая все и показывая, и дергая? Такого не бывает только на телеканале Shop & Show. Мы отвечаем за наше качество. Юль, давай еще раз покажем нашим телезрителям красоту. Хозяин тайги ждет вас. Подарите себе кусочек природы, кусочек летнего настроения, кусочек нашего русского леса в свою спальню.